Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы погнем iPad 4, iPad mini, корпус для iPad 2 и корпус для iPad Air. Причем корпус для iPad Air по прочности они точно такие же, как на iPad Air 2 и на iPad Pro. Берем iPad 4, вы можете посмотреть, что он ровный. Прикладываем к нему небольшие усилия. Причем приложили небольшие усилия. Вот он легко погнулся. Теперь берем iPad mini. Вот вы можете посмотреть, что он ровный. И гнем его. Он погнулся еще легче, чем предыдущий iPad. То есть вообще легко гнется. Теперь берем корпус на iPad 2. Корпус гнется. То есть он легко погнулся. Теперь берем корпус на iPad Air. iPad Air 2 точно так же легко гнется корпус и вообще сам аппарат, как и iPad. То есть его гнем. То есть он вообще погнулся еще легче, чем корпус от iPad 2. На iPad Pro точно так же гнутся. То есть iPad Air, iPad Pro гнутся легче, чем iPad 4. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.